На чемпионате страны по хоккею не раз задается этот вопрос. Впрочем, и ответ на него известен. Безусловно, столь убедительное превосходство лидера не делает турнир интереснее. И сегодня «Динамовцы» Москвы лишь в первом периоде пытались создать равную игру. Но их усилия разрушились во второй 20-минутке после первого гола. Превосходство столичных армейцев было подавляющим. 5 шайб подряд в одном периоде. И в итоге победа со счетом 6-0.